И всем доброго времени суток! Grim Dawn — RPG-игрушка от выходцев из Iron Lore Entertainment, что в свое время покорили мир своим титан-квестом. Однако компания не смогла обеспечить финансирование своего следующего проекта, и часть сотрудников разбежалась. После двое из них создали независимую компанию Crate Entertainment, а успешная компания на Kickstarter позволила выкупить права на код титан-квеста, нанять новых сотрудников и породить новое детище, и, как мы уже знаем, весьма успешное детище. Действие саги развернется в фэнтезийном мире Каирн, где некогда случился апокалипсис и могущественная империя людей развалилась. Ну а миром стали править эфиралы и хтонийцы, постоянно пытаясь уничтожить друг дружку. При этом первые использовали людей как некий ресурс, питаясь энергией и используя тела для своих целей. А вторые стараются при первой возможности просто убить человека, чтобы он не достался в качестве ресурса эфиралам. В общем, житуха у людей была та еще, и постепенно города падали под мощью двух воюющих сторон. Но спустя время мелькнула и надежда, и у некоторой части людишек начали появляться какие-то способности, благодаря чему у человечества появился шанс на выживание. Главный герой — один из таких счастливчиков, который, правда, поначалу чуть не стал пищей и телом для эфирала. Но его спасает сопротивление, после чего вербует к себе и в качестве проверки дает первое задание — добраться до городка и узнать, как там и что. Ну а уже по пути к нему наш протагонист осознает, что у него начали проявляться какие-то способности. Со старта нам предстоит создать героя, выбрав тому пол и написав имя, и в принципе все. Как и в Титане, класс героя мы создадим по мере странствия, получив второй уровень, выбрав первую профу, но на 10-м вторую, создав что-то свое, отчего и будет формироваться и стиль прохождения. То есть, будем ли мы вламываться в строй врагов, или расстреливать их с расстояния, или забрасывать мощной магией. Ну или как я люблю, водя с собой кучу петов, в виде скелетов, адской гончей, ворона и других созданий. В общем, в разнообразии подходов игре жирный плюс. Сама же игра с учетом DLC состоит из 7 актов, 4 дал оригинал и 3 дополнения, что в свою очередь сформировали относительно открытый, но коридорный мир. Не как в Титане с долгой дорогой вперед, а с некими развилками, вот только соваться туда, куда не нужно, чревато получением по голове от высокоуровневых врагов. Ну а особо важные области будут до поры до времени закрыты, пока мы не найдем условные ключи. Типа тебе нужен динамит, чтобы пройти дальше, или научись вначале развеивать мощные потоки энергии. Но в то же время и развернуться будет где, ведь разработчики помимо сюжетных областей создали немало мест, куда завести нас может лишь любопытство, ну и некоторые второстепенные квесты. Зато в необязательных местах велик шанс получить что-то уникальное. Как всегда, все места я разделю на безопасные и приключенческие. К первым относятся лагеря, деревни, крепости, где обитают множество NPC, относящихся к той или иной фракции. Вообще в игре все существа, будь то неписи или монстры, принадлежат какой-то фракции, с которыми протагонист или налаживает отношения, или спускает в огромный минус, становясь врагом номер один. Повышение лояльности с дружественными фракциями откроют для нас, во-первых, новые квесты. Все задания в игре можно поделить на сюжетные, второстепенные и повторяющиеся. Сюжетка в игре довольно неплохая, не скажу, что шедевральная, с кучей поворотов, но для подобных игрушек вполне-вполне. Второстепенки классика экшен-RPG в стиле Diablo. Найди какое-то место и убей там какого-то босса. Или найди какой-то предмет. В сюжете, кстати, то же самое, только с более обширным описанием.
В награду опыт, деньги и, возможно, какой-то артефакт. Но самое важное, в части второстепенок можно получить очки талантов для прокачки или расширения инвентаря. Повторяющиеся квесты фракций становятся доступны при достижении определенной планки отношений и предназначены в большей степени для повышения этих самых отношений по максимуму. Так что если мы хотим стать друзьями всем дружественным сторонам, придется нехило пофармить. Также, что довольно интересно, некоторые задания меняют внешний вид мест обитания фракций, превращая какие-нибудь руины во вполне обороноспособную цитадель, зачем интересно наблюдать. Но не более того, так как помимо внешнего изменения домишек, никакого бонуса мы не получим. Во-вторых, местные стороны предоставят герою какие-то услуги, типа торговли, что позволит продать найденный хлам и прикупить что-то нужное. Причем интендант гильдии сможет предложить нам что-то более интересное, чем простые барыги. Но опять же, качество продаваемого зависит от лояльности этой фракции. Хотя, честно сказать, услугами купцов по покупке чего-то в подобных играх я фактически не пользуюсь. Итак, шмот на героя меняется довольно быстро, не успеваешь к чему-то привыкнуть. Поэтому к концу игры у героя на счету миллионы, а тратить их некуда. Тут та же история. Далее в крепостях и деревнях нас ждет кузнец, если до этого его еще не нужно отыскать по квесту, что поможет нам создать какой-то шмот из собранных по миру ингредиентов. Правда, для этого еще необходимо отыскать рецепт, и в основном касаемо шмота, оружия и бижутерии дела такие же, как и с купцами. Но бывает и исключение в виде легендарных вещичек из комплектов. Естественно, экипировка делится на несколько категорий качества. И вот самый топ под какой-то класс героя вполне можно исковать и впаять в него редчайшие гемы. Но когда настанет пора менять одежку или любимый меч на что-то покруче, редчайший гем можно и достать благодаря еще одному NPC. Что попутно сможет и раздолбать ненужный шмот на ингредиенты для крафта. Ну и кто у нас еще остался в лагере? Иллюзионист, что сможет изменить внешний вид протагониста вне зависимости от того, что он носит. Как по мне, бесполезный непись, но мало ли у кого перфекционизм зашкаливает. Также имеются маги, что помогут сбросить очки навыков и созвездий. Сама прокачка стандартна, рубим и выполняем квесты, получаем опыт, а с планкой растем в уровне. Получая при этом 1 балл на распределение по характеристикам, которых 3, телосложение, искусность, дух, условно первое для воинов, второе для стрелков, третье для магов. Ну а каждый балл прокачки повышает выбранную характеристику на 8 единиц. Также с левелом нам выделят 2-3 балла на навыки. И опять же, как и в Титан Квесте, прежде чем качать древо навыков, нам необходимо постепенно повышать уровень класса, который помимо открытия новых возможностей повысит у героя и характеристики, в зависимости от качаемого класса, и даст прибавку к жизни и мане. Что и как качать, опять же, советовать нельзя, и каждый лепит героя под свою игру. Ну а если где и ошибемся, то всегда можно за местную валюту откатиться, вернув заработанные баллы прокачки. Но и это еще не все, ведь по мере странствий герой будет находить алтари, починив которые, выделив для этого нужный ресурс или уничтожив охранников алтаря, нам начислят балл созвездия, которое можно потратить на восстановление какого-то созвездия, получив при этом череду бонусов, правда сходу любое восстанавливать не дадут. Изволь начать с малых, а после того, как за них соберем достаточно разноцветных сфер, можно переходить к большим и более мощным. Естественно, все прокачать не удастся, поэтому выбираем лишь те звезды, что нам больше подходят для выбранного класса. Но снова спустимся с небес на землю, вернувшись к нашим фракциям. Где о дружественных я почти все рассказал. Единственное, что осталось, это то, что по мере игры у нас один раз будет выбор, какую из двух фракций выбрать, сделав союзником, а кого отправить к врагам. Хотя, если отыгрывать за некроманта, этого выбора не будет, и два раза мы сами решим к группе друзей или врагов определить еще две фракции.
Ну, остальные группы сходу станут нам враждебны, и с ними всю игру придется воевать, пробиваясь через орды врагов. Так же, как и с дружественными группировками, враждующие имеют полоску лояльности и уровни, и чем больше их уровень ненависти к герою, тем больше врагов пасутся на контролируемых ими территориях. И там обитает больше элитных противников и боссов, что, кстати, ускоряет прокачку. Ну а если уровень ненависти зашкалит, то каждая фракция введет для охоты на нас свою немезиду. Этакого супербосса с кучей аур, хп и спецприемов, где даже раскачанному герою придется несладко. Но и награда отличная, точнее отличный шанс на достойную награду, так как по классике за качество и количество предметов отвечает великий рандом. Да, с части боссов есть возможность выбить что-то именное, но шанс не 100%. Виртуальный интеллект оппонентов на стандартном уровне тумбочек для дьяволоподобных игр, что вполне нормально. Здесь нас все же будут брать количеством, а не качеством. С учетом того, что игровая карта поделена на множество областей, в основном в каждой области обитают существа, относящиеся к одной и той же фракции. Из-за чего на стыке областей нередко можно заметить картину, когда нежить дерется со зверьем, а пройдя территорию зверей, картина меняется, когда кабаны гоняют бандитов, то есть некий конфликт фракций присутствует. Также стоит сказать, что в игре присутствует подгонка уровня врагов под героя, что лично я очень не люблю, наверное, наравне с миссиями на время, когда этого времени хватает впритык. Но что в первом, что во втором случае есть и исключения, и в данной игре подгон уровней как раз и является этим исключением. Ведь он не распространяется на весь игровой мир, а лишь на области. То есть на каждой локации есть минимальный и максимальный диапазон поднятия уровня. И если, допустим, на территорию с диапазоном 30-35 пришел герой 15 уровня, то ему там люлей навешают тридцатки. Сунулись на 32-м, будем рубиться с врагами от 31 до 33-го. Но приперлись на 40-м, то все равно выше 35-го никого не найдем. Как, в принципе, и опыта с противников. Он очень режется, если атаковать кого-то с меньшим уровнем. Вот, в принципе, весь геймплей. Рубимся, выполняем квесты, после летим в крепость фракции для их сдачи. Наблюдаем, как меняются поселения, превращаясь во что-то похожее на места, где могут жить люди. Продаем шмот, если что-то необходимо, закупаем. И снова в бой. И так до финала. В данном случае не стоит долго разглагольствовать. Скажу, что в проект, несомненно, стоит поиграть всем любителям Диабло, Титан Квеста, Сакрота и подобных игрушек. Ведь игра вполне достойна занять почетное место в жанре экшен-РПГ. И думаю, как и вышесказанные игры, в Green Dawn будут время от времени переигрывать даже спустя годы. Ну а на сегодня все, всем удачи и подписывайтесь на канал.